Веди куда надо. Веди куда надо. Ты способный парень, журналист. Если ты сделал резкое движение или даже, допустим, ты ошибся... Здесь, допустим, я не ошибся. Ты же меня тоже пойми. Да пошли вы. Неприятности у тебя, понимаю. Но ведь дальше как-то надо жить. За что ты? Я тебя за Васю здесь и сдохнешь прямо сейчас. Вась, я понимаю. Ты взаперти сидишь, парней не видишь. Я бы квартиру снял, но мать с тобой одна. Как, Вася? Как? Ей трудно, слышишь? Баба у него есть. Взрослая, худая. И замуж не просится. Вася, это правда? Чё? Про взрослую, худую. А, нет, я фуляшку жирную отвалить хотела. Ты чё делаешь? Вот берцы просто вроде. А действует, веришь, нет? У меня такой кошмар кругом творился. Надежды ноль. А вот как они появились, серые. Сразу все наладилось. Одел! Ты говоришь, иди куда надо. Да иди! Куда надо! Пусти меня! У тебя все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо, все будет как ты захочешь. Ты откуда знаешь? Взялась и сказала, веди куда надо. Веди куда надо. Ира будет жить со мной. Ты где нарыл бабку эту? Берцы привели. Я им сказал, веди куда надо. Они и привели. Сына моего любите? Понятия не имею. Вася, как ты собираешься прокладывать дорожку к своему счастью? Ты что, набухалась, овца? Тебе ни капли нельзя, сдохнешь, дура! Надо как-то эту жизнь свою упорядочивать, Сереж. Сейчас морду замажешь и в магаз, поняла? А за рукой! Веди куда надо, веди куда надо, веди куда надо, веди куда надо.